Правительство выделило 7 миллионов рублей на 3 выставки. Значит, первая выставка сейчас заканчивается в выставочном зале «Сибирь». Это молодежная региональная выставка. Следом за ней 15 ноября открытие выставки «Енисей-Иртыш. Великие реки сибирского искусства». Это выставка двух союзов художников – Омска и Красноярска. Я думаю, что никому не надо объяснять, что наша задача, чтобы Омск померк на нашем фоне. Поэтому работы, которые будут отбираться со всей строгости. И здесь не стоит вопрос, работает ранее не экспонированной, потому что омичи наших работ не видят. И третья выставка, которая будет в декабре этого года, это будет выставка, в которой будут принимать участие три музея. Не так давно Красноярский художественный музей имени Сурикова приобрел краевой статус. Теперь у нашего Министерства культуры три музея. Музей имени Сурикова, музей краевой краеведческий и музей культурно-исторический комплекс. Все три музея имеют свои сформированные коллекции. На основании вот этих коллекций, плюс все-таки нас там вписали, Союз художников и Академии, выставка будет декабрьская, будет посвящена праздничным событиям, начиная там от выборов до Рождества. И я думаю, что выставка должна получиться очень интересной, потому что задача поставлена достать из запасников, из фондов и хранений то, что вообще очень редко экспонируется, чтобы люди увидели, чтобы Министерство культуры ощутило, какое богатство они имеют, ну и чтобы получилась большая, красивая праздничная выставка. Пока еще точно не могу сказать, будет ли на нее выставком, или, может быть, музейщики вообще обойдутся своими фондами. Но информация будет в ноябре уже, ребята, потому что через неделю начнется подготовка уже к этой выставке в музее. Ну и плюс у нас в конце года наша традиционная отчетная выставка, которая открывает 26 декабря зимний фестиваль. Я думаю, что где-то в 10-х числах декабря также будет выставком. Звоните Елене Евгеньевне и смотрите за объявлениями в Союзе. Ну, это мне можно. Все. Давайте начнем. Какие предложения будут? Ну, давайте. Других нет предложений? Я бы предложила две крайние. Поступило предложение за все три, второе предложение за две крайние. Кто за все три работы, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре. Кто за две крайние? Проходит три. Спасибо. История Красноярского края. Да, наверное, три, потому что три, остальные одну. Если убрать центральную, то будет ощущение недостроенности. Поступило предложение по левой, по двум крайним и по всем трем. Смысл проголосовать за три. Пошли территории. Теплая дверь, зимний солнце.
Не включают, поэтому я попробую, раю левый вот церковь. Это происки. Осенние пора и родные просторы. Здорово. Сегодня выложу в интернет, что будет выставка. Реклама начинает. Это стало быть их много будет. Ну, что, красивая работа. Я бы их все взял. Твою машину, ну, уже давно не видел. Ну. Как? Сейчас люди, видишь, разомкнуты. Так бы. Все это жизни наши. За каталог тоже спасибо. Саня, если, значит, давай так, ты приезжай в Дивногорск на открытие. Я постараюсь, Гоша, но не знаю, видишь, далеко сильно, понимаешь. Куда ты мне шеру, что, денег нет? Все. Давай я тебе дам денег. Да найти-то я найду. Thank you.